Думаю, что этот инцидент имел такой широкий резонанс, прежде всего потому, что он был активно подхвачен оппозиционным средством массовой информации, которые раскручивают этот как конфликт. А с другой стороны, общественное мнение, оно внимательно смотрит, как происходит отношение между Путиным, Медведевым и их командами. И они как бы ищут буквально под лупой любые примеры возможного конфликта между ними. Конечно, наверное, не красит этот случай, независимо от того, кто это сделал, где прошел сбой. Федеральная служба охраны президента, либо в провинции, которые не вовремя что-то там оформили. А в то же время, насколько мне известно, они вроде бы не развернулись и не улетели обратно в Москву. А наоборот, через какое-то время они все-таки там оказались и приняли участие. Но этот сбой, который свидетельствует о недостаточно эффективном взаимодействии между правительством и президентом.